Мы идем за продуктами для наших диет. Девочки, думаю, для диеты что взять? Голень, грудку чисто одну, без кожицы, без всего, или целую тушку курицы? Ну, тебе же вроде говорили, пол курицы надо. Значит, курицу бери. Тогда я беру целую курицу. Ну, и да, и порежешь ее потом. Что на пол курицы есть в течение дня. Как ты ее подъедешь. Да. Еще я взяла огурцы. Буду сегодня есть 2 огурца и пол курицы. А помидоры брать не будешь? Нет. Или тебе разрешили только огурцы, да? Нет, я думаю, огурцы 0 калорий, буду только огурцы и курицу, без кожицы. Девочки, всем привет! Я Света. Сегодня я сажусь на диету белковая и овощная. Первый день диеты. Пол курицы. Пока она сырая, я ее сварю. Пол курицы. Это на весь день буду я ее кушать. Разделю на 3 части и буду ее кушать. И на завтрак, обед и ужин по 1 огурцу. Солить я не буду. И поэтому я взяла лимончик и буду поливать лимоном курицу. Вот. Это весь рацион моей диеты на сегодняшний, на первый день. Девочки, еще, конечно же, вода. Буду пить воду не меньше 2 литров в день. Чай и кофе можете тоже употреблять, но без сахара. Но я буду пить только чай без сахара. Кофе я не люблю без сахара, поэтому я его исключаю. Занятия спортом обязательно буду заниматься все эти 3 дня. Пока еще чем я не решила, либо аэробику, может, бегать буду. Посмотрим. Я вам сейчас все буду показывать. Как определюсь, все покажу. Девочки, кушаю курочку. У меня сейчас обед. Поливаю лимончиком. Вкуснятина. Диету мне очень пока нравится. Она сытная, благодаря курице. Есть огурчик, что тоже одно мясо. Он тоже надоедает. С огурцом просто прекрасно. Диета проходит прекрасно. Всем привет! Сегодня 2-й день. Я только проснулась. Так, сегодня что я буду кушать? На завтрак у меня будет 0,5 пачки творога. 1 помидор, потому что огурцы я вчера ела, мне уже надоели. В общем, я съем 1 помидор без соли и без масла. И 0,5 пачки творога, салатик сделаю. Потом на обед 1 яйцо и на ужин тоже 1 яйцо. Вот такой у меня будет день. Как вчера день прошел? Замечательно, потому что я ела курицу и огурец. Это очень сытно и вкусно. Я лимоном полила, чтобы без соли было. Замечательно себя чувствую. Вообще не голодная, нисколечко. Первый день прошел отлично. Привет-привет! Сегодня уже 3-й день. Так, вот, размораживаю рыбу. Я ее только достала из холодильника, из морозилки. Сейчас я ее быстренько разморожу, потом сварю и буду кушать с лимончиком. Лимона у меня нет, сейчас пойду в магазин, куплю лимон и сварю рыбку, буду кушать. Так, что есть очень хочу. 1 яйцо на ужин – это жесть, я очень голодная. Так что у меня уже живот урчит, я хочу съесть эту рыбу. Сейчас побегу за лимоном.
А так ощущение хорошее, потому что на завтрак был творог у меня с этим, с помидоркой, как-то более-менее сытно. А вот обед и ужин, конечно, есть хотелось. Мало одного яйца. Девочки, добавьте к яйцу, если будете на этой диете, может, огурчик или что-то, чтобы объем желудка наполнить, потому что, ну, как-то голодно очень. Вот я сейчас проснулась, я уже жутко хочу есть. Так что побежала я в магазин. Девочки, диета подошла моя к концу. Результатами я очень довольна. Веса у меня лишнего мало, и поэтому 2 килограмма и 200 грамм – это прекрасный результат. Вам я его, эту диету советую, потому что она сытная. Единственное, во второй день можно добавить еще побольше творога. И не урезать, у меня было там по одному яйцу. Добавьте туда еще по полпачки творога, и будет эта диета очень сытная и вкусная. Всем советую! Thank you.